В свои почти 80 лет пенсионер и инвалид второй группы Кинес Батыршаев больше года обивает пороги Акимата, чтобы выпросить у государства положенную для работников тыла надбавку к пенсии 3,5 тысячи тенге. В годы войны он трудился в поле, чтобы обеспечить фронт хлебом. Будучи ребенком, он пахал, сеял и собирал зерно. Но для чиновников современного Казахстана это не заслуги. Гаверин написал все такое, отправил. Они написали, я получил через 8 месяцев ответ на все вопросы, что отказать мне. Я пошел причину спрашивать. Невнятно, никто ничего не может сказать. После позорного отказа тыловика отправили в еще более унизительную контору – в суд. 77-летний пенсионер должен был доказывать, что действительно достоин мизерной надбавки к своей нищенской пенсии в 30 тысяч тенге. Более того, в суд надо было привести свидетеля, который бы подтвердил, что Кинес Батыршаев и правда в годы войны обеспечивал питанием фронтовиков. Но даже после столь дерзкого унижения судья порекомендовал старику от тяжбы отказаться. Как можно издеваться над человеком, благодаря которому у нас сейчас мирное небо над головой, благодаря которому у нас сейчас независимый Казахстан. Но неужели они не могли просто молча, только вот из уважения, из-за возраста, без всяких бумажек взять и сделать эту несчастную надбавку в 3500 тенге, чтобы в итоге у него получилось пенсия 33 тысячи? Хотя я вообще не считаю, что в наше время на эти деньги можно как-то жить. Это издевательство. Подобные издевательства над стариками в Акимате – дело обычное и даже обыденное. Чиновники объясняют это просто. Мол, есть закон, есть спецкомиссия, которая и решает, кто достоин надбавки, а кто нет. Самозванные вершители судеб мелкого пошиба еще позволяют себе усомниться в том, как это в столь юном возрасте Кинес Батыршаев мог уже работать. Там есть свои нормативные документы, по которым там есть критерии. А что за критерии? Кто их вообще прописывает? Возрастные там. Потом-то, если, например, человек, в общем, 37-го года рождения, он только в школу пошел, даже, может быть, еще и не пошел. Как он не пошел? В смысле, он не пошел? В 37-м году, но если он родился... В 41-м году он, наверное, ясно не пошел в школу? В 43-м я пошел. Мама 43-й, 44-й, 45-й год. Я отработал свою. Решить вопрос труженика тыла в Акимате не в состоянии. Пенсионера вновь отфутболивают в суд. Давно известно, что старики для государства – лишние обузы. Ведь есть куда более важные статьи расхода. Например, завтра свой день рождения празднует любимая дочь Елбасы Дарига Назарбаева. Прием следует учинить пышный, и средства на званый обед уж точно не пожалеют.